Уважаемые коллеги, на канале ДНТВ вышло интервью с Владимиром Ивановичем Жоховым по поводу начальной школы в нашей стране, все проблемы, которые есть в этой отрасли знаний, в практике и в управлении. И я хочу поделиться небольшим наблюдением относительно просмотров, да, и комментариев разных тем. Я, в общем-то, свою карьеру на ДНТВ только начинаю, и за прошедший месяц у меня вышло несколько разных роликов, и я обратил внимание, что целевая аудитория на ДНТВ, она в основном состоит, конечно, из политически активных людей. Но педагогические темы там вызывают намного меньший отклик, и я подозреваю, что это связано с тем, что политически активные люди – это, как правило, люди без семьи и без детей. То есть те люди, которых непосредственно начальная школа, ну, например, физически, может никаким образом не касаться. При этом тема очень важна и с политической точки зрения. И я хочу попросить своих подписчиков, которые у меня подписаны на мой канал, пройти по ссылке в описании, да, и, ну, посмотреть это видео и по возможности, ну, откомментировать, что вы думаете о затронутой теме. Ну, во-первых, нужно разбавить бездетных и несемейных, да, революционеры, они, как правило, бездетные, бессемейные, и их аудиторию всегда надо уравновешивать людьми консервативными и теми, кто понимает, о чем идет речь. Пройдите, пожалуйста, если есть время и возможность, по ссылке в описании, и если есть возможность, оставьте свой комментарий. Спасибо за внимание.